Татьяна Энгель, Алтайский край, Быстроистокский район, село Приобское, прописка. Стихи Сергея Зеленова, соавтор стихов Геннадий Плотников, аранжировка Николая Рязанова, исполняет трио «Околица» Татьяна Энгель, Нина Сокольская, Маргарита Щербинина. Спешкою и толкотней мне велеет другая прописка с убоительною красотой. Веет вечер настоем медовым, у реки перекличка птиц, как рубины гроздья рябины полыхают под вспышки зорниц, как рубины гроздья рябины полыхают под вспышки зорниц. Родниковый ручей за оградой мне о чем-то своем журчит, и петух надрывно с досадой рано утром подъем кричит. Землею повенчаны мужики здесь, женщины землею повенчаны. Для меня здесь солнце светит, для меня здесь восходит луна, и горит в мерцающей бездне голубая моя звезда. Нет, не нужен мне город близкий, не нужна мне его суета. Я останусь в твоей прописке, деревенская сторона. Я останусь в своей прописке, деревенская сторона.